Всем добрый день! Сегодня у нас обзор моих жаккардовых изделий. Это два летних пальто, или еще некоторые называют кардиганы, и два платья. Итак, про каждое немножко расскажу, потом померяю, и на каждое изделие будет ссылочка под этим видео. Заходите, смотрите, шейте, девочки, наряжайтесь, впереди лето. Пальто жаккардовое. Рукав 3/4, пальто на подкладочке, все сделано аккуратнейшим образом, подбор на флизелине, здесь карманчик, как все это сделать, все в видео вы найдете. Пальто элегантное, можно сказать, без застежки, ничего лишнего нет. Карман в боковом шве. Очень нарядное пальто. Или, как еще говорят, кардиган. Выточка с плеча. Ткань самодостаточная, поэтому никаких лишних деталей, элементов я здесь не делала. Ссылочка на это платье тоже будет. Второе пальто также на подкладе. Здесь по спинке, по центральному шву вот такая складочка. Это очень удобно, чтобы подкладочка нигде не рвалась, а вот была такая свобода для движения рук. Вырез здесь V-образный. Выточка с плеча и вторая выточка с проймы. И именно в этом шве, в этом рельефе у нас карман. Рукав также 3/4. Выворачивала я это изделие через незашитый правый рукав. Потом здесь, конечно, зашила. Пальто элегантное. Можно носить весна, осень, а также в прохладный летний день. И не только с платьем, но и с джинсами можно носить. Платье комбинированное, белый жаккард и синий. Получается, что я, когда шила вот это пальто, изначально я хотела пошить его длинным. Но вот потом передумала, остался у меня большой кусок. Вот это вот синяя ткань. И я подумала, почему бы не пошить платье. Докупила белый жаккард. Точно такого качества, такой вот рисуночек. И получилось вот такое прекрасное платье. Ношу его с поясочком. И под это пальто, и без пальто. Ссылочка на это платье тоже будет, как его пошить. В YouTube вас скинуть? Нет. И последнее изделие, жаккардовое платье с кружевом. Хоть ткань здесь самодостаточная, также красивая ткань, но вот захотелось мне с кружевом. Как пришить кружево, чтобы все вот было симметрично, чтобы все было аккуратно, все в видео рассказываю. Так что заходите, смотрите, шейте.
На сегодня все. До свидания. Всего доброго. Надеюсь, мое видео будет для вас полезным.